Один из российских интернет-сайтов рано утром предоставил нам очень трагическую для всех нас новость. Я надеюсь, что вы до сих пор помните и любите российского актера Федора Добронравова. Он же Иван из сериала «Сваты». Утром мы узнали о трагедии, которая случилась с ним. Поздно ночью Федор Добронравов возвращался домой после вечерних съемок. В подъезде дома на него набросилось двое парней, которые начали его избивать. Федор Добронравов сопротивлялся сколько мог, но когда получил удар по голове, потерял сознание. Он очнулся уже когда скорая его доставляла в больницу. Оказывается, соседи обнаружили его в подъезде в бессознательном состоянии с разбитой головой. На месте работает уже следственно-оперативная группа. Оказывается, у него пропала браслетка, в которой находились немного денег и золотое кольцо. Сейчас полиция находится в больнице для того, чтобы поговорить с ним, чтобы сделать фоторобот. Преступников будут искать. Давайте, друзья, поддержим Федора Добронравова. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Является ли данная новость достоверной, либо это очередной фейк, нам тоже предстоит это выяснить. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями и до скорых встреч на нашем канале.